Блин, надо броню найти. Брони вообще нет. Хоть малюсенькую какую-нибудь дайте. О. Другое дело. Теперь поперспективнее немножко. Хорошо, когда так. Подходит все. Наберил красное, мне лучше. Поэтому красное беру. А так, в принципе, преимущество вообще не существенно. Не знаю, просто с красной как-то получше спрейться немного. Понял. А там еще чел какой-то гуляет. Заблудился. На колонках играть такое себе, да? Просто логически подумал, куда ему тут идти, откуда посмотреть. В итоге вот так вот. Так, тут где-то тачка стояла. Может, за дропом съездить. Дроп сейчас скинет. Если ты устал лагать, VPN беги качать. Gear Up Booster – самый лучший способ играть на лучших серверах Европы. Ссылка ходить в описании. Никак нельзя. Тачка на дроп едет еще. Слева. Thank you.
Ничего там исполняет, чел. Кто по мне стреляет, чел? На дроп он должен триггериться, не? Да, триггернулся. Отлично. Ёпа-мань. Ну а... То есть ему вообще пофиг, что по нему стрельнули. А чё, люди забыли, что такое в наушниках играть, что ли? Шалеть. Я ещё так промахнулся стрёмно. Я думал, он сейчас двинется куда-то. Решил побыстрее выстрелить. Бам! Отлично. Колесо не сбил. По нему не попал. Вот этого-то я должен убивать. На. Мне нельзя тут стоять с ним стреляться, потому что отсюда может чел выйти и меня убить. Спокойно. Он вообще отлично подгадал просто чела. Он так высовывался, высовывался, я просто выстрелил, он высунулся и умер. Нормально. Больше никто не хочет стреляться. Так-то дроп упал, может за дропом сходить. Я по идее спокойно. Сейчас вот этот чел по тачке будет стрелять. Скорее всего. В общем, мне главное, чтобы у меня сверху никто не вышел.
Этот чел убил, который приехал, убил того чела. И в теории мне сейчас можно просто перебраться, убить того типа, залутать дроп, вернуться обратно. Или даже еще убить того типа. Посмотрим, короче. Как сейчас пойдет. Ну, в теории с P90 могу быковать, да? Только мне надо его услышать сначала. Где он тут? За каким пригорком, блин? Я, кстати, помню эту яму, я тут как-то с Ластецким дрался. И вот в этой же яме сидел. Поэтому сразу сюда посмотрел. У меня еще там где-то чел должен был быть. Ну, что-то я его не вижу. Ладно, короче, можно, по идее, дроп залутать. У нас 13 лайф осталось. Еще один дроп падает. Ну, короче, мы тут вообще в шоколаде просто. Мы сейчас полутаем этот дроп. Потом полутаем тот дроп. А, ну вот тот чел. Он, видимо, вот так вот прошел. Как получить партнерку PUBG? Во-первых, нужно иметь YouTube канал и Twitch с аудиторией. Вот, а во-вторых, нужно ждать заявку, когда будет набор, и подавать заявку. Не, ну тут он не попадет мне в голову. Я не верю в это. Вон он стоит. Я просто выйду и сам ему в голову дам. Болтовки. Ну ладно, так тоже нормально. Два шота дал ему. Ну серьезно, чел? Ну ты... Ты что? Так, напротив у меня убили. Это хорошо. Я в какой-то жопе небольшой, ребят, нахожусь сейчас. Прям конкретной жопе, я бы сказал. Потому что я знаю, что у меня спереди чел. По идее, мне с P90 вообще не стоит никого бояться. Я всех перестреляю. За камень чел прошел, видели? И у меня сверху еще должен быть. Вот тут за камнем стоит. Ждет кого-то. Как я умудряюсь так промахиваться? Объясните, пожалуйста. Ну, вот такая летальная для него. Сейчас он просто выйдет, и я с P90 его поспрею. Давай. Побежал. Чего нафиг? Бессмертие?
Чего? Не, я такое не читаю, ребят. Вообще, это фришка должна быть для меня. По идее. Ну, увы, походу, не сегодня. А, он сдох, да? За синенькой? Минус один где-то просто. Вот чел бежит. Ласт это 3 у меня, если что. Мне надо наверх тут подняться. Я смогу? Я смогу. Он где-то передо мной должен быть. Может, даже в конце там. Ну, как будто бы не стоит торопиться. А может и стоит. Вот такая вот каточка получилась, ребята. На чили, на расслабоне. На чили, на расслабоне. Ну хорошо, кстати, за драйбаем мы этому в голову повесили сам 2-4. Мне понравилось прям. Это бам! Вот так вот. 2000 урона. Кайф. Лайк, подписочка, комментарий. Простой, непростой какой-нибудь там. Кто на ютубе будет смотреть. Всем добра.